Привет, Ростов! Ребята, спасибо большое, что вы пришли. Спасибо большое, что вы нашли время. И не буду вас обманывать, спасибо, что нашли деньги. Вы наверняка знаете, я семейный человек, а семья — это дорогое удовольствие. Ну, или если по правде сказать, то семья — это дорогое. Вот, вот мужчина в первом ряду, вы знаете, сколько стоил билет? Нет? Вот супруга ваша рядом сидит, она знает, по ходу дела, сколько стоит билет. Вот сколько стоит билет? 6 тысяч? На двоих? На одного 6 тысяч сюда стоил билет? То есть на двоих 12? Ну, спасибо. Спасибо огромное. Ну, не просто от меня, от жены, от двух детей. С вами потом можете сфотографироваться? И обычно, когда у тебя что-то дорогое, этим можно понтоваться. Да? Например, ты купил дорогую машину, можно выложить фотографии, люди сразу начнут лайкать, комментить. Машина по сравнению с семьей — это вообще дешевка. Да, но я не могу выложить фотографию семьи, где у меня вот так вот 3 члена семьи, и видно, они сытые, здоровые, одетые, и я рядом. Но машину еще можно продать. Хоть часть денег вернешь, тут уже ни черта не вернешь. Чтобы вы понимали, что такое тратить деньги на семью, попробуйте вот так вот 5 кинуть в костер. И все, что ты будешь чувствовать, это душевное тепло. Мне еще повезло, у меня мальчики, а мальчики сильно дешевле, чем девочки. Я вам клянусь, если не верите, зайдите на Озон, проверьте. Так сильно повезло быть мужчиной, это же так дешево, чтобы вы понимали, сколько стоит вот это вот в обслуживании, это 150 рублей в месяц. Это шампунем. Ну, ни одна женщина не тратит на себя 150 рублей в месяц, Ну, бомжиха тратит на себя больше. Вы представляете, как будет выглядеть женщина, которая будет тратить на себя 150 рублей в месяц? Но она вот так вот будет выглядеть. Вам это надо? Я не думаю. Девчонки, у вас там цены, конечно, космические просто. Меня жена однажды отправила в магазин купить ей что-то из косметики. Прихожу, нахожу консультанта, показываю ему фотографию на телефоне, которую мне прислала жена, чтобы я знал, что купить. И консультант дает мне вот такую вот коробочку, половину спичечного коробка. Ну, я пока на кассу шел, я даже убирать не стал. Я боялся, что похерю это по пути. Я прихожу на кассу, кассир говорит: пакет брать будете? Я говорю: не, я, наверное, с этим как-то справлюсь. И она мне говорит: 4 900. Я говорю: давайте пакет. Какой-то многоразовый, многофункциональный пакет за 4 800, я надеюсь. Не-не, мужиком намного проще быть. Потому что в нашем обществе критерий к внешнему виду мужчины настолько занижен, насколько мы завысили критерий к внешнему виду женщины. Мужик полысел — не беда, все остальное сбрил — решил вопрос. Если женщина полысела, то сбрить все остальное — это не совсем решение. Мужик полысел, бороду отрастил, компенсировал. Лысая женщина с бородой — я не думаю, что это то, что мы хотели бы видеть. В нашем обществе мужики могут вонять. Ну, и могут — это не в смысле суперспособность. Типа, один летает, а я воняю. Не-не, в смысле допустимо. Даже есть такие выражения. От настоящего мужчины должно пахнуть алкоголем, табаком и потом. Легкотня. Вообще ничего делать не надо. Девчат, про вас нет таких утверждений. Вы всегда должны приятно пахнуть. Ну, я вам честно могу сказать, если я в обществе, и я чувствую, что от кого-то пахнет, я женщин даже не подозреваю. Я ищу его. И честно сказать, я себя тоже не исключаю. Поэтому мужики нюхают у себя подмышки. Да, женщины тоже нюхают у себя подмышки, но разница в том, что женщины нюхают у себя подмышки и идут мыться. А мужики нюхают у себя подмышки и идут дальше. Это никогда не меняет твои планы, это просто информация. Иногда не новая. Ты просто вот так вот нюхаешь подмышку и думаешь: ну, сегодня такой день. Самое удивительное, что мы нюхаем обе. То есть ты понюхал правую, вот так потерялся чуть. Но тут же у тебя всплывает информация, что человек — это асимметричное существо. Поэтому слева может быть лаванда. Ты нюхаешь слева и думаешь: нет, твою мать, ты что, хуже, как такое может быть? Девчат, вы более приятно пахнете, потому что, очевидно, вы чаще моетесь. Моя жена моется даже перед тренировкой. То есть она моется перед залом и моется после зала. Мыться перед тренировкой — для меня это то же самое, что убраться в доме, который сейчас носить будут. Да-да, я пыль вытерла, можете взрывать херам. Я вам честно могу сказать, если я знаю, что я пойду в зал на неделе,
мы дня три перед этим можем и не мыться. Никаких проблем с этим вообще нет. Женщине намного сложнее быть. И мы иногда мужчин не понимаем, насколько. Вот моя однажды вечером ко мне подходит и прямо в глаза мне говорит: «Вить, я пошла готовиться ко сну». Ну, я просто всегда готов. Ну, я могу уснуть в любой момент. Я МРТ делал, прикорнул. Они не могут просто уснуть. Вы прикиньте, как им тяжело. Не-не-не, они идут сначала, все смывают, потом все наносят, потом вот эта жара с пальчиками. Отвечаю, это больше упражнение для пальцев. Это кожа лица никакого отношения не имеет. Это чтобы потом артрита в суставах не было. И потом масочка. Но не вот эта вот кремовая или глиняная, к которой мы привыкли, а вот эта, которая мокрая туалетная бумажка. Или вот это чисто женская проблема. Нечего надеть. И не потому, что все сгорело, а потому что то, что она надевает, ей не нравится. Девчата, у меня тоже бывает момент, когда я что-то надел, мне не нравится. Но это не значит, что я буду переодеваться. Завтра еще один день. Еще одна попытка. Вы что одним днем живете-то? Попозитивнее мыслить надо. Бесит, когда с тобой советуются. Знаете, когда она просто влетает в твое пространство и говорит: «Ботинки или сапоги?» Ну нельзя же сказать: «Да насрать. Ты просто не босая, иди». Не-не-не-не, ты должен включиться в процесс. Ты такой: «Давай, мать, глянем, давай, пройдись». А очень сложно по походке женщины, у которой на одной ноге ботинок, а на другой сапог и разная высота каблука, понять, что тебе больше нравится. Ты в итоге говоришь: «Хорошо, я выбираю ботинки». Смотришь, в сапогах пошла. «Нахера спрашивала, называется?» Мужики, если у вас есть подобная проблема, рассказываю, как решить. Два лайфхака. Во-первых, очень долго принимайте решение, ботинки или сапоги, чтобы она уже пожалела, что у вас спросила. Чтобы она такая: «Ну давай уже быстрее, подожди, подожди. Это важный вопрос, подошла, подошла сюда, так, большим пальцем пошевелила. Так, это не помогло, хорошо. Так, давай, давай я фотку Сереге отправлю, чтобы мы какое-то коллегиальное решение приняли». А во-вторых, когда она уже полностью все выбрала, она всем довольна, она готова выйти прямо в дверях, поселите у нее вот здесь вот сомнения. Просто, проходя мимо, спросите: «О, ты в этом платье пойдешь?» Все, с вами больше не буду советоваться. И два дня разговаривать, двух зайцев убьете. Я знаю супругу 8 лет. 8 лет. Хотя она говорит, что 10. Я говорю: «8». Она говорит: «Как ты считаешь?» Я говорю: «Я считаю дня свадьбы». Она говорит: «Вообще-то мы с тобой еще до этого 2 года встречались». Я говорю: «Там был другой человек». Мужики, помните свою в начале отношений? Бог ты мой, дворянка. Лопатки всегда сведены. Я за первые 2 года ни разу не видел, чтобы она при мне вот так вот делала. А потом этой рукой передавала мне что-то съедобное. За следующие 8 лет, ну, я прям видел. И слышал, и чувствовал. Мы съехались через 1.5 года, я только через 1.5 года понял, что он в туалет тоже ходит. Я до этого думал: такой организм. Ест, пьет, перерабатывает, выдыхает. Это я только потом осознал, что он специально так подгадывал момент, чтобы я даже этого не замечал. Я когда это осознал, у меня, знаете, сразу флешбэк, как мы стоим у ее подъезда, прощаемся. Она говорит: «Вить, спасибо большое, это был прекрасный вечер. Я бы с удовольствием встретилась еще». Я говорил: «Мне тоже очень сильно понравилось. Я тоже хотел бы еще раз встретиться». Кстати, говорю, у меня прямо сейчас есть время. Она говорила: «Сейчас нет времени. Его и 30 минут назад не было». Я думаю, как только я скрывался из ее поля зрения, она домофон вот так вот без кода открывала. И на каблуках на 8-й этаж. Сейчас, конечно, она не прячется. Она у себя дома. Кто будет прятаться у себя дома? Единственное, чего я не понимаю, девчонки, а вы когда ночью встаете в туалет, вы почему не используете технику тихого писания? Любой парень в этом зале, когда ночью идет в туалет, он использует технику тихого писания, потому что он бережет сон домашних. Девчонки, вы так не делаете. Почему? Это же так просто. Вот смотрите. Вот вы пошли, вот вы все сели, все, зафиксировались. Потом возьмите вот так вот. Центр тяжести сместите.
На локоточек обопритесь, задумайтесь о чем-то в этот момент. Все, потом встанете, ляжку вытрите, все в порядке будет. Ну, потому что вы, простите, вы по звуку не в туалет писаете, а в колодец, на дне которого колокол. Потом она возвращается, и ты спрашиваешь, ты чего не смываешь? Она говорит, я не хотела никого будить. У тебя получилось. Но чтобы я не гнал на жену, только на жену, я должен сказать, первые 2 года я тоже был другой человек. Ребята, вы бы меня видели, у меня было пальто. Я весь такой постоянно, на пальто, брючки, туфельки, нарядный. Супер уверенный в себе тип, всем своим видом показывал. Я могу решить любые твои проблемы. А это неправда. Просто нельзя сказать правду, потому что в начале отношений ты показываешь не просто лучшую версию себя, ты показываешь вымышленную лучшую версию себя. Потому что правда звучит так. Родная, есть очень большая вероятность, что я не то, что твои проблемы не решу. Я тебе своих подкину. Ну нельзя же прийти на первое свидание и сказать, привет, а я рукожопый. Ну зачем портить сюрприз? Пускай она об этом сама узнает год через 4, когда попросят тебя полку повесить. Девчонки, вы если мужика просите полку повесить, вот вам совет. Вы перед этим гляньте вот так по сторонам, а уже какие-то полки висят. Потому что если ни черта не висит, он будет делать это впервые. Вы сразу снизите критерии качества выполнения задачи. Приготовьтесь к худшему, что она будет повешена вертикально. Потому что я помню, как я вешал эту полку впервые. Ты в итоге напротив стены стоишь весь мокрый, потный, грязный, у тебя эта странная полка перед глазами, вокруг нее вот так вот дырок насверлено, как будто ты в какой-то момент просто психанул и с дробовика, не глядя, шмальнул в стену в надежде, чтобы хоть какие-то отверстия совпали. Но полка висит, поэтому ты гордый, довольный, миссия же выполнена. Ты кричишь, родная, готова! И тут появляется не родная, тут появляется заказчик. У нее уровень откуда-то. Откуда у тебя уровень? Если у тебя был уровень, могла бы поделиться? Ты сам по стаканам с водой это все выставлял, нитки какие-то натягивал. Может, у тебя и дрель была? Не, я на бытовом уровне бесполезный человек. Мне до сих пор в магазин список дают. Моя пишет от руки, поэтому я никогда не присутствую при составлении, потому что это сплошное унижение. Потому что она вот так вот пишет строчку, потом пишет вторую, потом пишет третью, потом вот так вот смотрит на меня и зачеркивает. Ты думаешь, что я не найду? И реально есть вещи, которые невозможно найти. Я недавно не смог найти таблетки для посудомоечной машины, потому что я не знал, что она заболеть может. Ты в итоге в магазине, звонишь оттуда супруге и говоришь, родная, я не могу найти таблетки для посудомоечной машины. Сначала вот этот выдох разочарования тебе в трубку, когда она такая... А дальше с тобой разговаривает жена, которая, оказывается, служила ФСБ, ЦРУ, ГРУ, краповый берет, морской котик, потому что она говорит, где ты? Я в магазине. Где конкретно? Я в молочке. Иди налево. Если честно, я и дома ни черта найти не могу. Но дома я понимаю, зачем вы так сделали, женщина, чтобы мы были от вас зависимы. Единственное, что меня бесит, это когда ты спрашиваешь у нее, где что лежит, и она говорит, где что лежит, а не показывает, где что лежит. Мы зачем этот момент оттягиваем? Когда ты ей говоришь, у нас есть молоко? Она говорит, ты в холодильнике смотрел? Согласен. Открываешь холодильник, и пошло сканирование. Ну нет молока. Ну ты уже на опыте, ты был в этой ситуации. Думаешь, гляну-ка я еще раз. Ты зачем-то закрываешь холодильник, тут же его открываешь, как будто грузанул холодильник. Ну нет молока. Ты говоришь, тут нет молока. Она говорит, ты хорошо посмотрел, согласен. Ну точно нет молока. Ты говоришь, тут точно нет молока. И дальше ты слышишь, как она идет. И у нее недовольные шаги. Как шаги могут быть недовольные? У них ритм какой-то, знаете, в противофазу с своим сердцебиением. И она идет вот так вот.
Такой, не-не-не, это из рукава это достало. Либо мне КТ нужно сделать срочно. Знаю супругу 8 лет. 8 лет. 8 лет — это потрясающая стадия в отношениях. 8 лет — это когда вы уже друг друга не сильно хотите. Физически. Ну, потому что было и было. Спасибо. Но важно понимать, вы не хотите друг друга не потому, что вы физически не привлекаете друг друга. Не-не-не, физически все в порядке. Она хорошо выглядит, ты тоже неплохо выглядишь. Не-не, вы не хотите друг друга по другой причине. Чтобы ее объяснить, мне нужен мужчина, который пришел один, без жены или без девушки. Ну, то есть, либо с другом пришел, либо один пришел. Есть такой мужчина? Поаплодируйте. Супер, супер. Как вас зовут? Еще раз. Мансур. Мансур, у вас есть любимое блюдо? Да. Да, а какое у вас любимое блюдо? Стейк с кровью. А вы хотели бы вот стейк с кровью 8 лет? Каждый день? Или вот так вот съели стейк с кровью, 30 минут чисто вот перекурили и опять стейк с кровью? Потому что первый раз очень быстро съели, даже не помню, это стейк с кровью был или не стейк с кровью. Или вот так с утра просыпаетесь, даже из кровати не вылезаете, зубы не чистите и сразу стейк с кровью. Либо вы с утра просыпаетесь, а вы уже, оказывается, едите стейк с кровью. Ну, наверное, нет, но при этом стейк с кровью всегда будет вашим любимым блюдом. И вы будете есть стейк с кровью до конца ваших дней. Либо до конца дней стейка с кровью. Вот семейный секс — это то же самое. Это до сих пор мое самое любимое блюдо. Я просто не готов есть его так часто. Но это до сих пор мое самое любимое. И не верьте, если вам кто-то скажет, что секс с женой — это какое-то скучное мероприятие. Секс с женой — это самое нервное и напряженное и непредсказуемое мероприятие. Особенно, если у тебя дома дети. Если у тебя дома дети, ты там на чеку трахаешься. Она там тоже не расслабляется. Как будто вы не дома, а за домом. Если у вас дома дети, только в этот момент, прямо в процессе, вы легко можете сказать супруге: «Тихо!» Иногда это очень динамичное мероприятие, потому что у вас нет полноценного окна вписать это в ваш график. У меня жена однажды в комнату залетает голая, с кувырком. Говорит: «У тебя 10 минут». Я говорю: «Точно успеем. Можешь зайти через 5». Прелюдия наконец-то стала нормальной. Во-первых, теперь прелюдии каждый занимается в отдельности. Это ДЗ. Все, раз в неделю проверяем. Во-вторых, она максимально короткая, не как раньше, ей шею минут 45 лижешь. Просто выматываешь человека. Парни, вам когда-нибудь давали со словами «Ладно!»? Не, сейчас ты подходишь, ты даже не подходишь, ты ее где-то в коридоре на расстоянии вылавливаешь, такой: «Ты будешь?» И она реально может начать делать вот так вот. А ты не против, потому что ты стоишь и думаешь: «Пожалуйста, скажи нет». Я вообще не знаю, зачем я спросил. Я пожалел ровно в тот момент, когда слова вылетели изо рта. «Пожалуйста, скажи нет, я уже помылся, готов выйти». И: «Пожалуйста, скажи нет». Он говорит: «Вить, знаешь, ну, наверное, нет». И ты думаешь: «Ну, как знаешь». Такое ты потерял, конечно. Я рад, что между нами нет сейчас такого сексуального напряжения. Потому что теперь то, что есть между нами, это более искреннее, более духовное. Я сейчас, если жену слушаю, это значит, мне реально интересно. Не как раньше, я мог ее слушать, потому что, ну, сейчас человечек наговорится, и мы пойдем в комнату нормальными делами заниматься. Я вам рекомендую, мужики, слушайте женщину, не разговаривайте. Это мы ошибочно предположили, что их интересует наше мнение. Ни черта там не интересует. Меня жена сколько раз спрашивала: «А что я хочу на ужин?» Это чисто она для себя узнавала, угадала она или нет. А слушать женщину — это очень комфортное мероприятие, очень уютное. Это как сидеть и греться у костра. Сначала костер нужно развести, а потом просто сидишь и греешься. Да, развести костер — это когда ты подходишь и говоришь: «Как дела?» Все, и время от времени подкидываешь дровишки, чтобы костер не потух. А дровишки — это «Угу». «Угу». «Ничего себе!» Я знаю, почему мы думаем, что их должно интересовать наше мнение, потому что у мужчин очень сильно развито эго. Очень большое эго, намного больше, чем у женщин. Это видно по фразе «Я люблю тебя». Если мужчина говорит женщине:
«Я люблю тебя», женщина может переспросить: «А за что?» Где-то немножечко сомневаюсь, требую конкретных подтверждений. Но если женщина говорит мужчине: «Я люблю тебя», мужчина думает: «Естественно». Как-то не любить-то? Ну, я сам это люблю. Мы на этой почве с тобой сошлись. Самое обидное, что наше эго тупое. То есть мы верим в хорошее безосновательно, без доказательств. Попробуйте, женщина, вашему мужчине сказать: «Ты крутой». Ну, никаких уточняющих вопросов не последует. Даже если у него секунду назад сопля вылетела. И попробуйте сказать ему что-то плохое. «Ты тупой». Ну, сразу столько будет вопросов. «Кто? Откуда такая информация?» И это работает даже не то, что только с вашим мужчиной. Это работает с любым мужчиной, даже не с незнакомым. Как эксперимент. На улице тормозите девчонки типа любого. Вот так с ног до головы его осматривайте и спросите: «Ты что, качаешься?» Даже если он ни разу не качался, он вам об этом не скажет. Он на секунду: «Ну да! Прямо сейчас иду с качания! Мне 37 лет, и я рад, что сейчас не все мысли про секс. Ну, не как в 20 лет, когда у тебя все мысли только об этом. Тебе в 20 лет говорят: «Тебе надо строить карьеру». Ты говоришь: «Ребят, давайте я это куда-то сначала засуну. И пока это там, мы уже там можем и про карьеру подумать». Еще такие странные амбиции в сексе в 20 лет. Ну, я в 20 лет думал: вот круто было бы тройничок замутить. Я так вообще сейчас не думаю. Я вот однажды смотрел порно сегодня. И там, значит, был мужик и две женщины. И я в какой-то момент начал за него болеть. Потому что у него на лице никакого удовольствия не было. Он был просто на какой-то тренировке по кроссфиту. Либо ты в 20 лет думаешь: вот круто было бы в оргию залететь. Я сейчас, когда про оргию думаю, я думаю, это надо людей обзванивать. Что-то кто-то не доедет, похерится, у нас будет нечетное. Плюс, прикиньте, вы в оргии вот с одной занимаетесь, да? Что-то стараешься, вкладываешься, но не ладится процесс, не идет. А бывает такое, потому что женщина очень тонкий организм. Она, чтобы оргазм получила, там столько факторов должно сойтись. Никто в течение дня не должен ее выбесить. Это возможно вообще? Не должно быть полнолуния. Ни среда, ни с тобой. Там даже на уровне самоудовлетворения, знаете, какие проблемы? У женщин есть вибратор, в котором 100 режимов. 100 режимов! Прикиньте, какая там чувствительная настройка. Если бы у мужиков был вибратор, там было бы 2 режима. Вкл и выкл. Все. Ну и прикинь, вот ты вот с одной тут занимаешься в оргии, вот что-то стараешься, там выкладываешься, ну не получается. А тут вторая уже на подходе. Всегда же бесит, когда ты что-то делаешь, у тебя не получается, тебе еще под руку говорят. Ну не хотелось бы психануть во время оргии. Что ты вот здесь что-то тыжишься, пыжишься, мыжишься, тут вторая, ты такой: «Да подождите вы!» «Ну сейчас я здесь закончу, мы вас позовем!» У меня в сексе есть страх назвать жену чужим именем, и я не понимаю, почему такой страх есть именно в процессе секса, потому что я за все эти разы, когда у меня секс был, я никого по имени там не называл. То есть я всегда знал, как ее зовут. Бесконечно был ей признателен и благодарен. Но не на уровне, чтобы человека по имени назвать. Мою супругу зовут Ксения. Ни разу за 10 лет не хотелось ей сказать прямо в процессе: «Ксения». Ну, не хотелось, чтобы и меня она назвала по имени. Ну, особенно полным именем. Коротким еще ладно, я вывезу. Знаете, да, в чем разница? Когда вы нас зовете коротким именем, это безопасная ситуация. Да, я когда слышу: «Ведь, иди сюда!» Можно идти. Что-то дадут. Но я когда слышу: «Виктор, иди сюда!» Я никуда не иду. Я в той же локации, оттуда кричу: «Что? Иди сюда!» Недостаточно информации. Самое страшное — это когда по фамилии. Я когда слышу: «Комаров, иди сюда!» Я даже не спрашиваю, что. Если я с сыном в комнате, я говорю: «Это тебя». Мы отправляем переговорщика.
У меня старшему 7 лет, он на такое уже не ведется. Он уже знает, как у нас иерархия в семье устроена. Он меня однажды с утра будет и говорит: «Пап, достань мне хлопья с верхней полки». Я только что, открывший глаза, говорю: «Слышь, иди у матери попроси». Он говорит: «А она спит». «Иди ее разбуди». Он смотрит на меня и говорит: «Иди сам ее разбуди. Ты на работу уйдешь, мне с ней весь день быть. А я вечером уроки должен еще делать, я ее там планировал выбесить». И это еще ладно. Младший 5-летний, знаете, как недавно разбудил? Просто подошел и глаз открыл. Чтобы вы понимали, как это выглядит, у тебя вот так экран пополам делится. Вот здесь вся голова твоего ребенка, а здесь ты досматриваешь, как ты по полю бежал или что-то там смотрел. А здесь твой ребенок, который говорит: «Папа, у меня 2 детей». Поаплодируйте, у кого еще есть 2 детей. О, супер, супер. А какая у вас разница в возрасте между детьми? А? 10? А у кого-то есть разница год или 2? Да? Вы знаете, как это называется, когда у вас 2 детей и разница между ними год или 2? Погодки, погодки. Это официальная родительская терминология. На неофициальном родительском жаргоне это называется вкасание. Касание — это такой термин спортивный, в частности в футболе, когда тебе дают пас, и ты без обработки наносишь удар по воротам. Да, в родительской терминологии в касание — это когда она первого родила, годик откормила, и через годик такая: «Ну, фу, чё, может, венца?» Ну, и вы венца бахнули, она бдительность потеряла, ты бдительность потерял, и в касание. Дети, дети! Ну, надо же предупреждать, что это так сложно. Ну? Что это такое вообще? Что это за кидалово? Что за обман вообще? Я знаю, природа специально у старшего поколения стирает 85% воспоминаний, которые связаны с трудностями выращивания и воспитания детей, и оставляет им только приятные 15%, которые они потом передают младшему поколению. Поэтому ты на это ведешься, когда тебе мать в уши льет, которая говорит: «Когда ты возьмешь его на руки, это будет самый прекрасный момент в своей жизни. Бэби-дэби-дэби». Ты думаешь: ну, звучит прикольно. Давай детей заведем. Ну, а то, что первые пару лет не спишь, можно было как-то упомянуть? А то, что теперь постоянная тревога. Сначала за его физическое здоровье, которое тревога никогда никуда больше не уйдет. Я раньше думал, что мне мать звонит и спрашивает: «Ты шапку надел или нет?» Я теперь такой же, один в один. Я ему звоню, говорю: «Ты шапку надел?» Он говорит: «Июнь». Я говорю: «Тогда резиновую, мне плевать вообще, что-то должно быть на голове». Так потом к этой тревоге добавляется тревога по поводу того, а правильно ли я его воспитываю, правильные ли навыки и ценности прививаю ему в этой жизни, чтобы он вырос полноценным членом общества. Ты же не знаешь, как воспитывают? Ты же на ходу учишься методом проб и ошибок. Вы знали, что орать нельзя на них? Орать нельзя. Знаете почему? Ни хера не помогает. Я орал много раз на своих детей, и ни разу ни один из них, в момент, когда я на него орал, он такой: «Согласен, отец, согласен, с каждым словом, да. Еще спасибо за громкость, потому что так информация как-то даже лучше усваивается. У меня единственная просьба: ты в конце речи не мог бы нанести удар открытой ладонью по затылочной части, чтобы я окончательно зафиксировал данные?» Мало того, что после того, как ты наорал, это ему не помогло, так ты себя после этого как дерьмо ощущаешь, потому что наорал на самого близкого и родного тебе человека. Ты же все равно его будешь любить, как оказалось. До появления детей у меня были высокие критерии любви к собственным детям, которых у меня тогда не было. Я думал, мои дети просто обязаны быть нобелевскими лауреатами и олимпийскими чемпионами. В один год. У меня появились дети, знаете, как у меня упал критерий любви к ним? Знаете, как у меня сейчас критерий? Дышит. Ну, старший пошел в школу там в какой-то из дней, возвращается и говорит: «Пап, меня вызвали к доске, я читал стихотворение и забыл слова». Я говорю: «Ты дышал в этот момент? Если ты дышал, меня вполне это устраивает». Я только потом понял, а с чего я решил, что мои дети будут нобелевскими лауреатами, олимпийскими чемпионами? Генетику же никто не отменял. Ну, у них отец я. Ладно я, у них мать она. Ну, я иногда смотрю на пацанов, они сидят на диване, мультик смотрят, и старший вот так козявку вытаскивает. И я ничего не говорю, я внутри молюсь: «Не ешь». И я смотрю, не ест, и вот так младшему передает, я такой: «Ну не бери! Ребят, ну дайте надежду хоть какую-то!»
Я вообще вам рекомендую, заводите двоих детей. С двумя сильно проще. Потому что когда у тебя только один ребенок, у тебя нет опыта, у тебя постоянная паранойя. Вот я помню, был один, он чихнет, и такой: МРТ! Мы купим в дом МРТ. И он будет спать в МРТ. Потом, когда появился запасной, слушайте, сильно легче стало. Уже есть какой-то опыт. У нас сейчас, если дома кто-то бежит, что-то споткнулся, упал, мы с женой не вскакиваем. Мы затихаем. Прислушиваемся. Если кто-то заплакал, значит, дышит. Жена кричала на ребенка. Я тут не буду добавлять даже слово «однажды». Я в это никогда не лезу. Ну, потому что... Ну, это как руку в мясорубку засунуть. Ну, если тебе рука не нужна, можешь туда засунуть без проблем. Но я всегда на его стороне. Всегда. Потому что я всегда смотрю на него и понимаю, он даже жене одупляет, за что на него кричат. А я был в его ситуации 1000 раз. Причем с той же женщиной. Все заканчивается, я его всегда подзываю, я говорю: Даня, ты понял, почему на тебя кричали? Он тут же смотрит на мать, говорит: да. Я говорю: да, не бойся. Я смогу тебя защитить. Засранец еще с таким недоверием смотрит после этой фразы. Мы с ней справимся, скажи честно, ты понял, почему на тебя кричали? Он смотрит на мать, смотрит на меня, смотрит на мать, смотрит, собирается с духом, говорит: нет. Она тут же: что? Я думаю, сами с этим разбирайтесь. Это был первый урок, сынок, никому нельзя доверять. Еще вот этот совет по воспитанию, который тебе дают. Не надо воспитывать детей, воспитывай себя. 30 лет очень же просто себя перевоспитать. И уже видно, где наше плохое воспитание негативно отразилось на воспитании детей. Я обычно не матерюсь, но следующую шутку просто невозможно рассказать без мата. Старший пошел в первый класс в сентябре. Естественно, через пару месяцев звонит мне супруга. Ну, мы и до этого с ней созванивались. Она звонит и говорит: Вить, на него пожаловались. Я говорю: так, что он сделал? Она говорит: материться. Но... По правде, она позвонила и сказала: бля, прикинь, что за хуйня? Ну, я после этого разговора, когда звонит жена, на громкой связи трубку никогда не поднимаю. Я говорю: что случилось? Она говорит: материться. Я говорю: даже не представляю, от кого он этого набрался. Она говорит: я тоже. Я говорю: ладно, какой мат он сказал? Она говорит: блядь. Еще так сочно сказала, я даже не понял, это мат он такой сказал, или ты просто это в разговор ставила? Я говорю: а в какой момент? Важно же обстоятельства. А сам думаю, хоть бы не в момент, когда к доске вызывали. Очень сильно не хотелось бы, чтобы классный руководитель такая: итак, к доске идет Даниил Комаров. И мой на весь класс: блядь. Она говорит: не-не-не-не-не, на перемене. Все дети играли в прятки, все спрятались, а ему одному не хватило места. Я его даже ругать не стал. Я бы точно так же отреагировал. И если по поводу мата, это косяк жены, потому что очевидно, она человек импульсивный, очевидно, была за рулем, он сидел сзади, и это у нее вырвалось 10 000 раз. Он, скорее всего, конечно, это все запомнил. На мне другой косяк. Я очень рано начал детей баловать сладким, и теперь у них есть зависимость от сладкого. А я не думал, что у них будет такая проблема, потому что у меня в детстве такой проблемы не было. Но это я только потом понял, что это потому, что у меня сладкого не было. А то сладкое, которое у меня было, оно на вкус было как горькое. Помните, 30 лет назад ты конфету разворачивал, клал в рот и такой... Подождем... Дождем. Почему стало холоднее? Тебе мать говорила: так ты чайком запей. Помните чаек? Горький, коричневый, кипяток. В итоге ты вот эту конфету запивал вот этим чайком и думал: вот это день рождения. А сейчас у них все есть. Милка, Орео, Чокопай, Чокобой, Сникерс, Марс, Твикс, Киткат, Баунти. Все это на кассе, сука! И видно прям, как они зависимы. Видно.
Прям как они сидят, как меняется у них настроение, когда ты отказываешь им сладком. Сначала старший всегда подходит. Всегда он всегда такой подходит и говорит: «Папа, чё? Люблю тебя». Думаешь, один в один мать вообще. Что ты хотел? Он говорит: «Дай шоколадку». Ты говоришь: «Нет». Сразу меняется настроение, сразу тухнет, сразу начинается: «Да я не себе». «Я брату». Смотришь, там этот мелкий просто пятилетний вот так из комнаты выглядывает. А он еще маленький, худенький, ребрышки видны, ну нарик чистой воды вообще. На нем еще эти трусы, которые непонятно как держатся. Знаете, когда резинка не прилегает к талии, а просто окружает туловище. Как будто этот за закладкой пошел, младший на шухере остался. Ты говоришь: «Нет, сынок, на сегодня сладкое закончено. Только если завтра». Сразу такие обещания: «Давай так. Ты дашь мне сейчас, а завтра...» Ты думаешь, я вообще тупой? Ты мне вчера то же самое говорил. Не-н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 е. Давай так, если я завтра попрошу у тебя сладкое, можешь забрать брата». Этот стоит, говорит: «Я не против». А ты еще личным примером должен помогать. Ты говоришь: «Сынок, смотри, никто не ест сладкое. Мы тебя все поддержим. Хотя, возможно, мы с мамой хотели бы поесть сладкое». Он говорит: «Так, может, все поедим сладкое. И на этом все успокоимся. А тебе что ж тяжело? Тебе что же хочется?» Я напоминаю, в моем детстве этого не было. У меня максимум, что было, это киндер-сюрприз. У нас, когда в доме киндер-сюрприз появлялся, у меня была драка с отцом. Я вообще не помню, я успевал ее из фольги достать или вместе с фольгой, с игрушкой прямо в рот запихивал. В итоге что? Жрем ночью. Да, ждем, пока они уснут. И жрем ночью. Вот вам родительский прикол. В собственном доме, за собственные деньги, вот так вот, как воришки, пробираешься ночью к холодильнику, не сильно открываешь дверь холодильника, чтобы свет от холодильника не так сильно освещал, какая ты крыса. И закидываешь шоколадку. Я, слава богу, ни разу не попадался. Ни разу, потому что я крайне плох в отговорках. Я просто отвратителен. Я однажды сижу с женой за столом, просто вот так на нее смотрю, что-то любуюсь и говорю: «Родная, знаешь, вот кто бы что ни говорил, а ты у меня классная». И она говорит: «А кто что говорил?» Ладно бы на этом моменте сказать: «Да ты что, параноич, мать, это выражение такое, оборот, устоявшийся фразеологизм, кто бы что ни говорил, несмотря ни на что». «Не, я что-то потерялся, поплыл». Я говорю: «Никто». Она говорит: «Витя, кто что говорил?» Ну и все, слово за слово, к нам теперь сестре домой нельзя приходить. А сыном? Сыном мазаться придется до победного. По-любому мазаться до победного. Нельзя, чтобы сын понял, что ты его предал. Ты пойдешь ночью, откроешь холодильник, закинешь шоколадку, закроешь дверь холодильника, он тут же будет стоять перед тобой такой: «Привет. Пап, а что ты ешь?» «Ничего». «Ну, пап, я же вижу, ты же что-то ешь». «Ничего я не ем». «Пап, а что такое коричневое у тебя на зубах?» «Это говно». «Пап, ты что, говоришь, что ты ешь говно?» «Родители не выбирают. А мать тоже ест». Я прекрасно понимаю, что по моим шуткам кажется, что мы очень веселая семья. Очень веселая, дружная. С утра я просыпаюсь и говорю: «Итак, внимание, шутки, написанные за ночь». Не-не, мы нормальная семья. Мы иногда сремся, мы иногда не разговариваем друг с другом. Вот, кстати говоря, по этому моменту, вы знаете, вот раньше, когда мне жена говорила: «Все, я с тобой не разговариваю», я почему-то очень сильно хотел вернуть эту опцию общения с женой. Хотя мне эта опция, ну, не сильно, короче, нужна. Но когда тебя ее лишают, ты почему-то такой: «Не-не-не, давай поговорим, давай поговорим». А потом я понял, не надо этого делать.
Мужики, потому что с вами заговорят. Когда нужно будет, с вами заговорят. Хотите, чтобы с вами быстрее заговорили? Ничего не делайте. Буквально. Сядьте где-то в ее поле зрения. Не смотрите в телевизор, не пяльте в телефон. Просто сядьте и буквально ничего не делайте. У женщин природой заложена крайняя неприязнь к ничего не делающему мужику. Она не оставит это незамеченным. Она вот так вот просто пройдет такая. Что ты делаешь? Ничего. Почему? Хотите увидеть, как у вашей женщины работает мозг на 120%? В субботу в 10 утра, когда она вся уже в быту, на глажке, просто упадите где-то на диван рядом и скажите: «Фу, все сделал». И просто смотрите, как она начинает. В голове накидывать варианты. Что ты будешь делать следующие лет 10? Чтобы она больше этого не слышала. Так что мы обычная семья. Обычная. Поэтому думал ли я о разводе? Конечно. Конечно, да. Ну, сегодня немного раз. Но вы знаете, каждый раз, когда я думаю о разводе, меня смущает слово «развод». Попахивает разводом каким-то. То есть у брака тоже слово нехорошее, но там хотя бы есть альтернативы. Свадьба, замужество, женитьба. У развода только развод. Вы знаете, я много об этом думал, и пока я думал, я нашел целых 3 причины, чтобы не разводиться. И пока для меня эти 3 причины существуют, я в игре, я остаюсь. Первая причина. На мой жизненный опыт, мужиков, которых я видел, которые развелись, да что-то там жизнь не засверкала. Ну, нет такого стереотипа, что он развелся и сразу карьера в гору пошла, волосы обратно отросли. Не-не, он развелся либо просто грустный тип, грустный, потухший, либо чересчур веселый, что меня еще больше пугает. Вот эти, знаете, которые в 45 развелись и такие: «Погнали в клуб!» Ты говоришь: «Какой клуб? Тебя будет видно». Одно дело, когда тебе 20, и ты в клубе, ты что-то такое танцуешь, зажигаешь, ты сам от себя балдеешь, люди вокруг тебя, от тебя кайфуют. А другое дело, когда ты в клубе, тебе 45, и ты такой... Ну, ты будешь танцевать, у тебя вылетит бедро. Они же еще начинают встречаться с молоденькими, с 19-летними девчонками. 19-летних девчонок могу понять. Они не хотят иногда встречаться с ровесниками, потому что у ровесников нет статуса, денег, положения. То ли дело 45-летний тип в пальто, который приезжает на свиданку в пальто в минус 10, в минус 15, в таком легком пальто с своеобразным вырезом и шарфиком из папируса. Идет и делает вид, что ничего не происходит. А к лору заранее записался. У нас есть круг общения, который состоит только из семейных пар, и мы иногда встречаемся в ресторане, что-то потрещать, пожаловаться друг другу. И у нас там одна пара разошлась, но мы мужичка не бросили, разрешили ему приходить. Пришел с 19-летней, мы вот так сели за стол. Я говорю: а можно материться? У меня нет ничего общего с 19-летней девушкой. Как у 19-летней девушки не должно быть ничего общего с 37-летним женатым мужчиной, который воспитывает 2 детей. Вот с моим старшим 7-летним сыном они общий язык быстро нашли. Мы ее потом за детский столик пересадили, она кайфанула. Честно могу сказать, девчонка молодец, вы видели, как она ровно все раскрасила. Вторая причина, почему я не разожжусь. Очень много людей на улице или после концерта подходят и говорят: Виктор, вы так рассказываете про свою семью, как будто про нашу. Что позволяет мне сделать вывод, что плюс-минус у всех семейные отношения одинаковые. И нет смысла с одного тонущего корабля перескакивать на другой тонущий корабль. Ну и третья причина, самая важная. С появлением семьи так просто стало делать все остальное, что не связано с семьей напрямую. Работать так стало просто. Вот есть холостые комики, которые могут подумать: ой, это надо в Ростов ехать, концерт давать. Ладно, поехали, хоть денег заработаем. А есть семейные комики, как я, которые говорят: а когда в Ростов? Не навсегда.
Ну ладно, поехали. Мелочи начали радовать. Мелочи. Я вот с утра старшего в школу завожу, младшего в садик, выхожу и такой: облака. У нас там есть кофейня. Я всегда захожу буквально на 15 минут на капучино. Вы если мужика в кофейне увидите, который пьет кофе такой... Ну, не надо его трогать. Даже если у него стена вот здесь вот. У него все в порядке, он сейчас кофе допьет, дела пойдет делать. Поэтому, мне кажется, семья это такой, знаете, тяжелый рюкзак, который ты несешь, знаете, и временами тебе очень тяжело. Но временами ты же его не несешь, ты его снимаешь, и тебе очень легко. Временами нужно опять нести рюкзак. И временами рюкзак говорит: ты неправильно меня несешь. Для девчонок более понятный пример. Вы, если вот в зал ходили хоть раз, наверняка делали такое упражнение, когда на ногу вешаешь утяжелитель, начинаешь качать так. Бог ты мой, у меня бедро вылетело. Начинаешь качать внутреннюю поверхность бедра, либо там заднюю поверхность бедра. Потом ты, когда снимаешь утяжелитель, ты же такая: вот это нога. А что с ногой? А почему нога такая легкая? Потом это ощущение замыливается, и нужно опять надеть утяжелитель. Вот семья — это и есть такой утяжелитель. Я прекрасно понимаю мужиков, которые ушли из семьи. Прекрасно их понимаю. Я не понимаю, зачем они сделали это навсегда. Ну, уйди и зайди. Как в бане. Какой главный прикол бани? Где точка, где вы получаете истинное наслаждение? Это момент, когда ты выходишь из парилки. Если бы из парилки нельзя было выйти, ну так все было бы мероприятие. Никто бы на него не подписывался. Братан, хочешь пойти в комнату, где 100 градусов? Ну а сколько? Навсегда. И семейная жизнь, она очень похожа на баню. Очень похожа. Сначала это как будто вы только зашли в парилку. Да? Это когда вы познакомились. Да? И сначала же вообще не жарко. Да? Сначала что-то вы сидите, общаетесь, какие-то приколы друг другу рассказываете. Потом потихонечку, так год через три, конечно, поджимать начинают чуть-чуть. Она уже иногда тебе так в плечо такая. Потом она говорит: я поддам? Ты говоришь: поддавайте. Она берет такая: это первый ребенок. Сидим. Потом она год через два говорит: я еще раз поддам? Ты говоришь: легче же не стало. Она говорит: я либо сейчас поддаю, Вить, либо я через 10 лет поддавать не собираюсь. Ты говоришь: насрать, поддавай. Она берет такая: это второй ребенок. И все. И тут вы уже оба на полу, коленки в обнимку, тут сидите, тут ты уже говоришь: я поддам. Она говорит: я тебе поддам. Поддаватель. А за стеклянной дверцей, которая в парилку, вся ваша родня. Бабки, тетки, мамки, которые по ушам вам ездили. Когда же, детишки, когда же, внучата? Вы им говорите: а вы, может, зайдете? Не, у вас жарковато. Я, честно говоря, не понимаю мужиков, которые вышли сразу после того, как первый раз поддали. Ну, один раз поддали. Ты что заходил вообще? Сиди, грейся. И восхищаясь мужиками, которые раза 4 поддавали. Которые на 5-й раз прямо на камни садятся и говорят: ты хлестай прямо вот сюда. Прямо вот сюда хлестай, пожалуйста, родная. Потому что это надо выжечь, чтобы это больше не работало. Но... поймите, я не пропагандирую мысль о том, что семейная жизнь — это такой ад, что все, о чем там можно думать, это в моменте, когда ты оттуда выйдешь. Не-не-не, внутри семьи тоже может быть прикольно. Главное, чтобы у вас с женой было общее чувство юмора. Мне повезло, у нас с женой общее чувство юмора, хотя мы кардинально по-разному шутки преподносим. Я словесный человек, я все чувства и эмоции выражаю через слова. Я говорю: я люблю тебя, не подходи. А она тактильный человек, она все чувства и эмоции выражает через прикосновение. Она говорит: ты меня бесишь, подошел. И шутки у нее тоже тактильные, у нее сейчас вот такой вот прикол. Она может меня дома где-то поджидать, караулить, потому что времени до хера. Я выхожу из комнаты, и она такая: я сразу прикол подхватываю, такой: у-у-у-у. Дальше она делает вид, что хватает меня за бабка. Я только сейчас понял, что у нас очень странная семья. И она хватает меня за бабка. Я такой: у-у-у-у. Дальше она делает вид, что она пах вырывает, такая: ха! А дальше она делает вот так вот.
Я думаю, родная, у тебя с анатомией глобальные проблемы. Милая, ты сделай, пожалуйста, одолжение. Если мы будем вместе, и я сознание потеряю, ничего не трогай. Ты вызови, пожалуйста, специалистов. С другой стороны, это определенно произвело бы впечатление. Прикиньте, вы на улице, что-то какой-то мужик потерял сознание, все люди немножечко в панике, в шоке, не знают, что делать. Женщина, спокойно! Сейчас мы тебя поднимем. И не только тебя. Люди вокруг в шоке. Помогает. Он то розовеет, то бледнеет. Тактильный человек – это та, которая любит тискать. Девчонки, поаплодируйте, если вы любите тискать. Да, для тех мужиков, чья женщина не поаплодировала, то есть которым повезло. Рассказываю, тискать – это когда ты себе не принадлежишь и просто в аренду свое тело человеку сдаешь, чтобы она выразила свою любовь. И мы все через это проходим. Я, дети, кошка. Кошке хуже всего, она же сказать ничего не может. Да. Она, жена, во-первых, кошку сначала ловит, что, по-моему, если от тебя убегают, говорит о том, что не особо нравится. Потом она одной рукой ее вот так вот прижимает, просто фиксирует животное. Так сказать, помогает кошке не убежать от удовольствия. И второй рукой вот так вот. Она когда кошку гладит, та длиннее становится. Детям тоже нелегко. У нас, когда пацаны убегают от матери, это не потому, что они накосячили. Потому что они пробегают сразу, папа, беги! Это потому, что они знают, она их догонит. Хладнокровно повалит на кровать, такая, мое, муа, муа, мое, муа, муа, муа. Они меня зовут зачем-то. Пап, помоги! Я могу помочь с образованием, с начальным капиталом, но с этим я помогать не собираюсь. Я начну вписываться, я следующий, мне это надо, мне это не надо. Мне зачем вперед очередь лезть на это мероприятие? Я и так буду следующий. Меня тоже тискают. Иногда это затягивается. Ты говоришь, все, пожалуйста, ну хватит, все, я уже устал, все, пожалуйста, мне не нравится. Ни разу ее это не останавливало. Ни разу. И начинается борьба. Драться же нельзя, можно бороться. А она у меня сильная. То есть она рожала два раза, в 2015 и в 2018. Но с 2019 не вылезает из зала. Выглядит потрясающе. Мне даже комплименты на этот счет делают. Вот у меня есть кореш, который видел все наши отношения с самого начала, по сегодняшний день. И вот он мне недавно сказал, говорит, Витек, ты знаешь, Ксюха при тебе лучше стала выглядеть. Приятно, только ты потом спрашиваешь, а по мне? Какие улучшения есть по мне? Ну, я надеюсь, ей подруги не говорят, Ксюх, ты знаешь, Витек, ты его в могилу загонишь, серьезно. Ты будь понежнее. Я не воспринимаю это как свою заслугу, потому что я не думал, что она справится. Честно, я не думал, что она приведет себя в форму. Потому что я помню, когда в 2015-м забираю ее из роддома, она еще на бодряках была. Что-то такая выскакивает, такая, здорово! Что-то нянечке дал деньги? Все, Кать, смотри, нам еще подгузники дали какие-то. Все, погнали. Аня, фото. В 2018-м забираю ее из роддома, клянусь, она вот так вот выходит, проходит мимо меня и говорит, бери его. Я говорю, можешь фото? У нас реально есть фото, где жена такая. Поэтому моя тактика такая. Во мне веса больше, поэтому мне самое главное ее на спину повалить, сверху забраться, своими ногами ее ноги заблокировать и руки прижать вдоль туловища. В итоге ты на ней сверху сидишь вот так вот, а она под тобой вот так вот. И минус этой позиции в том, что ты ее заблокировал, ну и себя заблокировал. Ты больше сделать ничего не можешь. И у нее три стадии. Первая стадия, она такая. Потому что она думает, что это игра. Вторая стадия резко, она такая, отпустил! Тебе сказали, отпустил! И третья стадия спокойно, она такая, ну все. Ну хватит. Ну отпускай. Вот здесь отпускать ни в коем случае. Это ловушка.
Отпускать надо было на первой или второй стадии. Если вы на третьей стадии, слишком поздно. Если вы на третьей стадии, говорите: дети, откройте все двери и создайте мне коридор. Даня, заведи машину, оставь дверь открытой, у нас одна попытка. Работаем как команда. Меня часто из-за таких шуток называют подкаблучником, особенно в комментариях под видео. Поэтому я всегда прошу жену не писать комментарии под видео. Я лично не считаю себя подкаблучником, но только потому, что у меня в компании есть эталон каблука. Это когда мы мужиками собираемся и можем решить, что через 2 недели пойдем на хоккей. И у нас есть такой тип, который сразу загорается, который такой: да, мужиками на хоккей, без баб, мужики. Мы такие: воу-воу, окей-окей, поменьше энтузиазма. Потом ты звонишь ему в день мероприятия, а он с тобой шепотом разговаривает. Ты звонишь ему и говоришь: братан, ну что, ты идешь? А он говорит: да, да. Ты сразу понимаешь, что к чему. Ты знаешь его жену. Ты напрямую спрашиваешь. Ты спросил у нее. Ну, сейчас она уснет, я спрошу. Вот это каблук, который даже боится спросить. А я не каблук, потому что я не спрашиваю, если я знаю, что меня не отпустят. Я скорее ортопедическая стелька, которая очень грамотно подстраивается под стопу. И потом спокойно через 2 недели с мужиками идет на хоккей. И я этому трюку научился у жены. Потому что для меня женщины делятся на 2 категории. Первая – это глупые женщины. И вторая категория – это мудрые женщины. Или, как я их называю, хитрожопые. Знаете, как понять, какая у вас женщина? Попробуйте своей женщине отказать в чем-то, сказать «нет». И если она как-то обидится, инфантильно отреагирует, у вас глупая женщина. Вам повезло. А если вы своей женщине отказали в чем-то, сказали «нет», и она спокойно продолжила на вас смотреть, а потом сказала «ладно», и вот так вот спиной вперед начала отходить, у вас хитрожопая, вам не повезло. Знаете, есть женщины, про которых говорят, она трахает мужику мозг. Это глупые женщины. Это если представить, что мужик — это ветка, это женщины, которые берут ветку, вот так вот складывают ветку пополам и ломают ветку, и ломают мужика. А есть вот эти, хитрожопые, которые берут ветку и очень плавно, из года в год, незаметно для ветки, складывают ее в колечко, которое потом себе надевают на пальчик. Ну, и это не так-то просто, как может показаться. Ну, это, я извиняюсь, не то, что просто перед мужиком ноги раздвинуть. Чтобы ноги раздвинуть, много ума не надо, надо ноги. Ну, я говорю про более высокий уровень психологического воздействия, который требует от женщины концентрации, терпения, контроля собственных эмоций, гибкости в поведении. И, конечно, когда ты видишь, что женщина ведет себя так ради тебя, конечно, это... подкупает, конечно, ты начинаешь чувствовать собственную значимость, конечно, ты хочешь быть с этой женщиной, потому что ты хочешь быть со взрослым, зрелым человеком и также расти вместе с ней. У меня жена иногда, конечно, отправляет меня к каким-то другим женщинам. Она говорит по типу: Вить, вот я буду старая, найдешь себе какую-то молодую. Слушайте, я за себя могу сказать, но мне неинтересно с молодой. Плюс я себя ощущаю уже в каком-то статусе и положении, что если мне с 19-летней девушкой будет что-то не устраивать в разговоре, я могу гаркнуть на нее, и разговор будет закончен. Ну, тут нет никакого роста. Ну, я не могу гаркнуть на жену. Ну, я пробовал. Ничего хорошего из этого вообще не получается. У меня был однажды долгий перелет ночной с гастролей. 6 часов в самолете. Эконом-класс. Я весь мятый. Злой. Я прилетаю под завтрак, они сидят уже кушают, я сажусь вместе с ними. И я не хотел так сказать. Я реально просто был очень сильно уставший. Я в итоге ем и в какой-то момент поднимаю глаза и говорю ей: чай налила? Как она посмотрела? Она так посмотрела, у меня дети быстрее есть начали. Ты в этот момент думаешь: так, ну надо же давать заднюю, да? Ну нельзя же просто, знаете, белый флаг выкинуть, да? Ну все-таки дети на тебя смотрят. Что потом сыновья про отца будут думать? Поэтому я в этот момент добавляю просто с той же интонацией: себе. Я назвал это полицейский разворот. Потому что в отношениях, если ты не умеешь давать заднюю, да капец своим отношениям. Если ты хочешь что-то получить от партнера, ты будешь вынужден время от времени подстраиваться, где-то душить свое эго, отменять себя перед своей второй половиной. О, и моя жена в этом просто лучшая. Просто
мудрейшая из мудрейших, хитрожопая из хитрожопейших. И когда она этот трюк проворачивает, это одновременно и бесит, и восхищает. Конкретный пример. У нас утро раньше, это было обычное утро семьи из двух детей. Первый из нас всегда встает жена, ну, потому что у нее двое детей. И она встает не на бодряках. Не вот эта мамочка из Инстаграма, знаете, которая в 7 часов утра встала, а в 7.01 уже сториз запилила, где она такая: девчонки, всем привет! Новый день, это возможность быть лучше. Развивайтесь, мои хорошие, чмоки-поки. Не-не-не, моя просыпается так, как будто она из комы вышла. Она просыпается со звуком... Как будто это первый вдох за 8 часов. Дальше она не встает. Я лежу рядом, я по матрасу чувствую, как она начинает раскачиваться из стороны в сторону, чтобы набрать нужную амплитуду, чтобы хотя бы ноги по инерции скинуть. И она скидывает ноги, сидит вот так вот на краю кровати и продолжает дышать. Ну, на это больно смотреть. Поэтому я всегда отворачиваюсь. Дальше она собирается с последними силами, встает и говорит: «Сука!» И выходит на кухню, где ее ждет двое неблагодарных детей. И она как только выходит, там сразу что-то разбивается. Я не знаю что, возможно, ее мечты. И она орет на старшего, старший орет на младшего, младший орет на кошку, потому что ему не на кого больше орать. Кошка заходит, говорит: «Я можно чисто миску возьму, ребят? Потому что атмосфера токсичная. У меня 9 жизней, но нервная система у меня одна». У вас было такое, что вы завели в вашу семью кошку нормальную, а через год ваша семья такая? На старшего она орет, у них всегда один конфликт. Он никогда не хочет есть то, что она ему приготовила. Хотя он сам просил оладушки, а теперь говорит: «Я не просила оладушки». Она говорит: «Ну как же ты не просила оладушки? Я же поэтому с вечера позже легла, потому что все приготовила, замесила, чтобы с утра встать и приготовить тебе оладушки». Он говорит: «Я не просила оладушки». Она на опыте показывает ему видео, где он просит оладушки. И называет сегодняшнюю дату. И говорит: «Клянусь, я все это время сплю». Но не потому, что я гнилой человек, а потому, что такая договоренность в нашей семье. Я прихожу домой самый последний, я сплю меньше, чем все остальные. Поэтому мне дают доспать 15-20, максимум 25 минут. Я встаю обычно, когда она кричит: «Витя, завтрак на столе». Ну, ее можно понять. Прикиньте, ваше утро так начинается. Я вообще в шоке от осознания того, что завтра она опять туда выйдет. Я клянусь, если бы я один раз вот так с утра на кухню вышел, я бы тут же вернулся и сказал: «Мы больше не завтракаем». И понятно, что в такие моменты у нее сносит клапан. У нее копится очень много негативной энергии, которую нужно куда-то выплеснуть. Как выплеснуть? Ну, наорать на кого-то. На кого? На детей? Ну, нет, конечно, детей она любит. Вот там человечек лежит. Я думаю, именно в этот момент женщине впервые в голову приходит мысль: «А что это он там лежит?» Я лежу в комнате, и я слышу, как она несется, как этот локомотив несется в комнату, когда дверь вот так с ноги вышибается, хотя дверь на себя открывается. И начинается: «Витя, может быть, мы встанем и поможем мне с твоими детьми?» Я обожаю, когда женщины делят детей на твои и наши. Знаете, в чем разница? Наши открыли лекарство против рака. Твои говном что-то вымазали. Хотя это одни и те же люди. Конечно, ты не встаешь после этого. Конечно, кто будет вставать? Один раз встанешь после того, как на тебя накричали. Всегда будут кричать, но я никогда ее не осуждаю. Я прекрасно понимаю, почему она так сделала, но вставать я не собираюсь. В итоге она зашла дергана, еще больше себя раздергала и вышла ни с чем. Но я спокойно доспал свои 20-25 минут. Как я вам сказал, она у меня мудрая. Видать, что-то подумала, почитала, может, подсказал кто-то. И теперь мое утро вот такое. Я слышу весь шум гам, который там происходит. Я слышу, как она несется в комнату. Но у самой двери шаги пропадают. В итоге ты лежишь в комнате. И не понимаешь, она зашла в комнату? Или не зашла в комнату? Она в комнате или не в комнате? И ты понимаешь, что она уже рядом с тобою, потому что ее слова, как ветерок, ласкают твою щеку. И она говорит нежно, ласково, спокойно и с таким уважением. Она говорит: «Витенька, встань, пожалуйста, если ты можешь встать. Ты мне очень сильно поможешь, но только если ты можешь. Я люблю тебя». И так в щечку. Муа. И тут же ушла, не дожидаясь ответа. Я лежу и думаю: «Ах ты, сука! Но люблю тебя!»
Спасибо огромное, Ростов! Мир вашему дому, тепло ваши сердца. Меня зовут Виктор Комаров. Еще обязательно увидимся. Пока!